2369 ДТП с начала этого года произошло на дорогах области. Данные статистики озвучили на заседании Межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Муниципальным властям и Министерству транспорта региона поручено привести в надлежащее состояние все пешеходные переходы, оснастить их знаками и обновить разметку, особое внимание уделив переходам близ учебных заведений. Хотя статистика и говорит о снижении числа аварий с участием детей на 11%, общая картина улучшения показателей не демонстрирует. А виновниками ДТП чаще всего становятся водители автобусов городских маршрутов. На данный момент ситуация с обеспечением безопасности дорожного движения двоякая. Несмотря на незначительное снижение числа происшествий с участием автобусов, тяжесть их последствий значительно возросла. Если бы в прошлом году не было ни одного погибшего, в этом уже 4 погибших, и 166 раненых, это более 20% в плюсе от прошлого года.